Сарове во второй раз прошла акция «Сад памяти». Ее цель – создание зеленых памятников тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году к акции присоединились учащиеся и преподаватели школы номер 11, ставшие полуфиналистами проекта «Школа Росатома». Это социальный проект. Каким образом горожане могут почтить память своих предков? Вот это результат нашего проекта, нашей инициативы. Поддержали местные власти, и сегодня мы присоединились к международной акции «Сад памяти». Для Дарьи Чумаковой акция стала особенной. Школьница занимается исследовательской деятельностью, и это помогло ей в изучении боевого пути своих предков. На протяжении нескольких лет Дарья вместе с родителями искала информацию о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Бывает так, что участники пропали без вести или попали в плен, и информация о них затерялась. И когда человек узнает, вот что родственник у них есть, просто он пропал, а вот информация сейчас появилась, то это такой рывок в сохранении, чтобы потом последующие поколения знали о нашем бессмертном подвиге. Особенностью сада памяти стали таблички, которые родственники участников войны установили рядом с посаженными деревьями. На каждой памятной табличке представлены имя и QR-код, отсканировав который, вы попадете на страницу с информацией о человеке, в память о котором посажено дерево. Проект показывает людям, как можно и как важно сохранять память человеческую, чтобы никогда не повторились те страшные эпизоды человеческой жизни, эпизоды войны. Подробная информация о проекте и участие в нем в саровской группе ВКонтакте «Спасибо за жизнь» и на официальном сайте проекта «Сад памяти». Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.